меня надо. Иди, вот на занятиях по огневой подготовке тактическая за земляки, всех приветствую. Специально прибыли посмотреть, как у вас тут дела, как питаетесь, что есть, чего не хватает, с собой привезли, вот то, что первое просили, вот все мы с собой привезли. Значит, дополнительно сейчас по бомбардированию, спальные мешки уже шьем в Мордовии, вот, фонарики, батареи и так далее. Я еще раз вот, ребятам сказал, даже если одного-двух наборов у кого-то не хватает чего-то, да, вот сейчас мы прижим за кисть сказали, обязательно вносите список, мы все будем рядом. Спасибо. Сегодня прочитал много обращений, пишут ваши жены, матушки пишут, даже дети пишут, там есть вопросы до того характера, что-то надо помочь. Поэтому я еще раз хочу сказать, нашим землякам сказал, кто сейчас на учениях находится, стесняться не нужно, надо просто написать. Есть конкретный вопрос, надо вылечить ребенка, надо вылечить маму, значит, какой-то больницы. У нас такие случаи были. Занимается лично министр, все его заместители, я всех настроил на это. Делаем одно большое дело, это не громкие слова.